Андерсон, время поджимает, так что давай побыстрее. Наши источники сообщили группе 121 о проблемах в России. Эта история вроде каждый месяц повторяется, нет? Теперь все серьезнее. В российской армии есть подразделения исследований и разработки оружия, техника, ИИ, авионика для беспилотников, возможно, ОМП. Какого рода? Это мы и хотели узнать. Центр спецопераций заслал к ним агента под видом лаборанта, чтобы тот проник на научную базу города Призрака, расположенную в Сибири в Берсовике, и собрал разведданные. Было предпринято все возможное, чтобы его не раскрыли. Это агент МДС, кодовое имя Грейхаун. Он был наблюдателем от ЦРУ в операции в Сараево. Я помню. Мы потеряли с ним связь 72 часа назад. Ты отправляешься один. Это политически тонкий момент, так что никаких ресурсов тебе не предоставят. Иными словами, если тебя поймают... Вы не будете прикрывать мою задницу, я понимаю. Засеки сигнал Диаса, оцени ущерб и достань разведданные. Если получится, и его прихвати. Выполняю. И вновь продолжается бой. Кругом открытая местность. Посмотрим, что у нас тут. Thank you.
последнее. Повтори. Ты меня слышишь? Ответь. Ответь!
Вы кто? Эй, я с вами говорю! Кто вас впустил? Заткнись и слушай внимательно. Я могу продолжать весь день, так что хорошо подумай, что сказать, прежде чем открыть рот. Что тут происходит? Почему вся тяжелая техника на научной станции? Мы собирались погрузить патоген на тополь и вывести под видом военного конвоя, но... Чья санкция? Россия давно подписала конвенцию о запрещении биооружия. Вы правда думаете, что правительство хочет уничтожить это оружие? Или использовать? Хватит нести чушь. То, что я хочу знать, или я запихну это тебе в глотку, и ты загоришься, как новогодняя елка. Где находится груз? Куда он направляется? Я не буду спрашивать второй раз. Ульянов знает больше. Это он договаривался о поставке. Он в старом городе инспектирует транспорт. Кто покупатель? Ни за что. Он убьет меня!
Рассредоточиться, прочесать все строения. Thank you.
Нет, сэр. Мы не думали, что это приказ нам. В смысле, мы уже не техники. Я сказал всем патрулям сектор. Вы патрулируете этот сектор? Да, сэр. Тогда я хочу, чтобы вы провели этот патруль, и чтоб вас тут не было через 10 минут.
пришли. Не техники. Thank you.
снайперское подразделение. Это цель номер один.